NZXT H230 – достаточно нестандартный корпус с весьма нетипичной концепцией. В то время, когда в большинстве современных моделей производители пытаются максимально нарастить потенциал охлаждения, этот образец выполнен предельно закрытым. Для чего это сделано? Все просто. Так как чем больше в компьютере различных перфорационных решеток и вентиляторов, тем меньше его комплектующие изолированы от окружающей среды в акустическом плане. Соответственно, если их меньше, то и шумность понижается. Добавить сюда дополнительные ухищрения, например, в виде оклейки внутренних полостей звукопоглощающим материалом, и мы можем получить действительно весьма интересный результат. Для лучшей звуковой изоляции передняя панель выполнена в виде откидной крышки. В закрытом положении она крепко фиксируется магнитом, а относительно немаленькая масса создает приятное субъективное впечатление. При контакте не возникает ощущения дешевизны, хотя сам корпус вполне можно отнести к категории бюджетных. О дополнительной изоляции боковых стенок позаботились еще лучше. С внутренней стороны они обе проклеены слоем поролона по всему периметру. В обычных корпусах такое никогда не встречается. Несмотря на то, что количество активных элементов охлаждения в данном корпусе сведено к минимуму, производителям все же предусмотрено целых 4 места для установки вентиляторов размером 120 мм. Два находятся на передней панели, по одному сзади и снизу. Заводской комплектации NZXT H230 оснащен сразу двумя 10-лопастными дополнительными вентиляторами. Подключать их можно посредством двух или трех проводов. И вполне ожидаемо, производитель установил достаточно тихоходное решение, так как при питании от 12 вольт крыльчатка раскручивается только до 1000 оборотов. Это способствует тому, что на расстоянии 20 см каждый кулер создает шумность 35 дБ по шкале А. Говоря проще, до полуметра ухо различает шуршание воздуха, с метра уже ничего не слышно. В итоге корпусу NZXT H230 можно поставить не совсем однозначную оценку, так как его главная отличительная черта – закрытая конструкция – как раз двояка. С одной стороны, мы имеем реальное снижение шумности за счет толстых стенок и других хитрых приемов. Но с другой точки зрения, все это ощутимо снижает эффективность охлаждения. Поэтому изначально хочется порекомендовать это решение для построения компьютера на энергоэффективных платформах, так как такое сочетание видится нам самым правильным. В остальном же H230 показывает вполне типовой уровень, соответствующий цене. Качество изготовления не вызывает нареканий, а шасси современные и продуманные. Конечно, если не считать за чем-то развернутых корзин жестких дисков.